Избирательная комиссия по 145-му одномандатному избирательному округу Орловской области единогласно приняла решение зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы 7-го созыва Николая Ковалева. Генерал армии, политический деятель, в прошлом директор ФСБ, член фракции «Единая Россия», уже входил в состав депутатов Госдумы 3-го, 4-го, 5-го и 6-го созывов и показал плодотворную работу. Поэтому сомнений у членов избирательной комиссии не было. Вручение удостоверения кандидата в депутаты состоялась в зале заседаний Орловской области. Спасибо огромное. Успешной избирательной кампании. Спасибо. Я заверяю, что я вас не подведу. Спасибо за доверие, единогласное голосование. Мне очень дорого. Я очень это ценю. Спасибо. Спасибо большое.